Я взяла твой адрес, Умуко. Зашла с тобой попрощаться. Я уезжаю в Анкару. Что это? Это письмо, которое ты мне оставил в Германии. Ты порвала его? Но потом склеила. Я никогда не забуду тебя. Потому что ты самый чудесный парень. Чудесный, говоришь? Ты хороший человек. Я желаю тебе счастья. Ты никуда не уедешь. Мы с тобой не закончили наши дела. Ты же обещала мне помочь. Прости. Мне надо ехать. Не проси прощения. Просто держи свое слово. Я не могу. Прощай. Приготовишь мне долму, а потом можешь ехать. Какую долму? Обычную, в листьях. Я не умею готовить долму. Прости меня. Я могу приготовить долму с красным перцем. Пойдем, познакомлю тебя с сестрой. У тебя есть сестра? Конечно, есть. Даже племянник есть. Он очень милый паренек. Эмине? Эмине! Наверное, ушла к соседям. Значит, мы с тобой одни. И что? Значит, не будем грустить, а будем веселиться. Как это? Не знаю. Может, ты что-нибудь предложишь? Я пошла. Ты опять сходишь с ума.
Ты никуда не уйдешь. Пусти меня! Я же пошутил! Больше не буду! Шутить со мной вздумал! Сама виновата! Еще долму хотела тебе приготовить! Исчезни с глаз моих! Что, даже пошутить с тобой нельзя? Поехали в магазин. Послушай, если ты еще раз это повторишь, то тебе никакая долма не светит. Можете дать мне хлеба? Можете отпустить ее. Вам только хлеба? Что с вами? Вы не ушиблись? Нет, я убегаю. Пойдемте, я отвезу вас в больницу. Нет, нет, все у меня хорошо. Я не виноват, вы сами выбежали мне навстречу. Ладно, ладно. Толга? Толга, ради бога, открой мне двери. Открой, сынок. Толга, разве можно так переживать из-за какой-то девчонки? Что это значит? Толга, сынок, не пугай меня, прошу тебя. Толга, открой двери. Что поделаешь, я должна признаться тебе. В чем? У меня есть другой. Ты, как всегда, снова завела нового дружка? На этот раз все по-другому. Как это? Нашла свою судьбу? Возможно. Не знаю. Но мы... Толга, у нас ничего не получится. Я не верю тебе. Не верю. Ты все лжешь. Пусти! Я тебе не верю. Если не веришь, могу познакомить. Своими глазами посмотришь на него. Все кончено. Ты не можешь так поступить со мной. Я уже поступила. Ты мне не нужен. У тебя есть гордость или нет? Что ты за мужчина такой? Хватит, замолчи. Прости меня, Эда. Пусть Аллах накажет меня, только прости. Это и есть твоя большая любовь? Ты такой же, как все, Толга Каранул. Сынок, ради бога, открой двери. Послушай, я сильно волнуюсь за тебя. Толга... Толга, куда ты собрался, Толга? Толга, не бегай ты за ней. Куда ты? Толга, прошу тебя. Толга. Толга, сынок, подожди. Толга.
Что там случилось? Забудь, Тагунуль. Наверное, опять Толга что-то натворил. Я тебе совершенно о другом хочу сказать. Что случилось, Асие? Сегодня Джейлан... Асие! Где Джейлан? А почему вы спрашиваете про Джейлан? Толга ушел из дома сам не свой. Его может успокоить только Джейлан. Правда? Джейлан нет. Она уехала. Когда она вернется? Даст Бог летом. Асие, куда она уехала? Куда она может уехать, Тахсин? Конечно, в Анкару. Я же просила вас не отпускать ее никуда. Надо же, уехала именно тогда, когда она нужна. Ну что же теперь делать, а? У нее же билет не на сегодня. Она сама так решила. Я не стала останавливать. Почему она уехала, не попрощавшись со мной? Немедленно позвони ей и узнай, где она. Я звонила. Она не берет трубку. Возможно, едет в автобусе. Что с тобой, Тахсин, а? Ты же сам отпустил ее в Анкару. Асие, я же ей не чужой, так? Она уехала, не обняв меня, не попрощавшись со мной. Как же так? Знаешь, Куркут, у тебя жестокие шутки. По-моему, тебе надо избавляться от этих привычек. Это что, мой телефон звонит? Откуда у тебя мой телефон? У твоей мамы взял. У мамы взял? А почему она дала тебе мой телефон? Чтобы я отдал тебе. Так, и что ты еще туда добавишь? Черный виноград. Черный виноград? Сказал, что у тебя есть сестра. Это правда? Она мой близнец. Скажешь тоже. А кто тебе тогда дядя Хакы? Дядя Хакы — человек, воспитавший ее. А где ваши родители? Наша мама бросила нас маленькими. Я вырос в детском доме. Видно, тяжело ей было тогда. Кто знает, что она переживала. Видно, не хотела, чтобы вы бедствовали. А то какая мать сможет бросить своих детей? Какая ты наивная. Ты такая же, как и я. Не поняла? Я тоже так думал. А что не так было? Зачем мы столько продуктов набрали? Потому что я беру тебя в плен. Ты будешь здесь готовить для меня. У меня же есть сестра и племянник. Хочу, чтобы в доме было много продуктов. Ты не перестаешь удивлять меня? За этим холодным лицом прячется очень доброе сердце. Ты очень наивная. Ты думаешь, что все вокруг такие, как ты? Внешний вид может быть обманчивым. Как же так? Но ты не ешь перед едой, что попало. Ладно, ладно. Еще и говорить с набитым ртом. Что с тобой? Подожди, подожди. На, выпей это. Возьми это. Теперь выпей. Как, полегчало? Полегчало. Не задыхаешься, правда? Или все еще что-то в горле стоит? Булочка, это булочка. Выпей. Запей все водой. Еще одно правило. Никогда не говори с набитым ртом. Этому тоже я должна учить тебя. Пей.
Госпожа Гнуль? Ты за кого себя принимаешь? Что случилось? Кто ты такая, чтобы обижать моего сына? Госпожа Гнуль, я правильно поступила. Я не хочу его обманывать, поэтому рассталась с ним. Правда? Ты что, думаешь, что это так просто? Что вы хотите этим сказать? Ты прекрасно поняла, что я имею в виду. Меня не интересует, что вы думаете. Я не хочу быть рядом с Толгой. Это не так-то легко, девочка моя. Мой сын ходит сам не свой. Мне кажется, вы не поняли меня. Я рассталась с вашим сыном, чтобы больше не расстраивать его. Надо было раньше об этом думать. Никто не может так поступать с моим сыном. Немедленно позвони ему и попроси прощения. Никогда не попрошу. Нет, значит нет. Все кончено. Ничего не кончено, пока я не скажу. Теперь я понимаю, почему ваш сын до сих пор не вырос и не стал самостоятельным. Не учи меня быть матерью, понятно? Ты ответишь мне за все это. Никто не имеет права обижать сына Гнуль Карандлы. Я тебе еще устрою. Вы не подскажете, какая участь меня ожидает? Увидишь. Ты пожалеешь, что родилась на этот свет. Ну, если сможете, давайте. Ты смотри, какая нахалка. Слушаю вас. Муко, а кто вообще жених Эды? А что, у нее есть другой, кроме тебя? Ты правда ничего не знаешь? Нет, откуда я могу знать? Если бы я знала об этом, я бы сразу сообщила тебе о ее измене долга. Если так, то узнай, кто он. А кто тебе это сказал? Какая разница, кто сказал? Ты можешь узнать, кто теперь ее парень, Муко? Приходи ко мне, выпьем кофе и обсудим все не спеша. Нам нечего обсуждать, Муко. Ты найдешь мне этого подонка или нет? Где я его найду? У меня нет желания выслеживать каждый ее шаг. Интересный ты человек. Значит, ты не можешь мне помочь? Как я тебе помогу? Ладно, Муко. Здесь чего-то не хватает. Попробуешь? По-моему, очень хорошо. Сахар. Мы не добавили сахара. А мы покупали сахар? Да, покупали. Может, он в другом пакете остался? Алло. Брат, нужна твоя помощь. Все в порядке? Что случилось? У Эды есть другой парень. В смысле? Это значит, что твоя девушка параллельно встречалась с другим? Да. Нам нужно найти этого подонка. Хорошо, но сейчас я не могу говорить. Я сам решу эту проблему, хорошо? Ты правда считаешь, что сюда нужно добавлять сахар? Конечно, надо. Мама говорила, что с оливковым маслом можно и немного сахара. А это не слишком много? Не лезь не в свое дело. Если не нравится, то готовь сам. Ладно, ладно, не буду. Ты у нас шеф-повар. Вот смотри, вот это нужно перемешать. Будет очень вкусно. Мы и так мало винограда положили. Это значит, нужно положить побольше сахара. Дай попробую. Ну как? Тебе правда нравится? Нравится. Это же ты приготовила. Хочешь сказать, что даже яд сладок в моих руках? Не знаю.
Как думаешь? Почему-то у меня распирает горло. Конечно, будет распирать, раз ты так сильно набил рот. Я же говорила тебе, есть надо понемногу. Нельзя набивать рот едой. А что, так его есть нельзя? Ой, Курку, перестань. Потом желудок будет болеть. Какой ты нетерпеливый. Нетерпеливый, но не дурак. Кто, кроме меня, будет это есть? О, Аллах, почему? Ты же говорил, что у тебя есть сестра. Я не об этом. Ты столько сахара добавила, я не могу тебя понять. Ох, это же просто ужасно невкусно. Зачем ты обманул меня? Почему ты сказал, что вкусно? Я не говорил, что вкусно. Я сказал, что даже яд готов выпить с твоей руки. Мужчина всегда должен держать свое слово. Ты не перестаешь удивлять меня. Что случилось? Ах, ничего не случилось, все в порядке. Куркут, у тебя желудок болит? Ох, все из-за меня. Нельзя, чтобы мама узнала об этой долме. Пусть лучше она не знает, что я вообще была здесь. Я пошла. Долму я тебе приготовила. Надеюсь, теперь мне можно идти? Куркут! Я ухожу. Кто ты? Я Джейлан. Я подруга твоего дяди. А тебя Умут зовут? Рада познакомиться. Но мне уже пора. До свидания. Куда ты едешь? В Анкару. В нашу столицу? А где мой дядя? Он умывается. Кажется, у него разболелся желудок. А что с его желудком? О, это долгая история. Передашь дяде привет от меня? Тебе обязательно надо уезжать? Да. Я не люблю прощаться. Будь здоров. Умут. Где твоя мама? Разве она не дома? Куда ты? Я уже ухожу. Подожди. Нет,
Разве она не пошла за тобой в школу? Нет. Где она может быть? Она дома должна быть. А где дядя Хакы? Дедушка еще не пришел. Что будем делать, дядя? Будем в полицию звонить? Перестаньте, не переживайте. Она же не маленькая девочка. Думаю, с ней все в порядке. Моя мама не такая. Наверное, опять попала в беду. Подожди, малыш, подожди. Не бойся, я найду твою маму. Пропусти меня. Куркут! Куркут, куда ты собрался? Куркут, подожди нас! Пойдем со мной, малыш. Я своими глазами видел, там кто-то есть. Да, какая-то сумасшедшая. Нет, как будто какое-то животное. Вы в своем уме? Какая еще сумасшедшая? Вот выйдет, увидишь. Смотри, в штаны не напусти. Иди ты. Мама! Дети! Дети, вы не видели тут одну женщину? У нее такая коричневая челка. Что такое челка, дядя? Мама! Мама! Умот! Мама, ты где? Вот я здесь, сынок. Бессовестные. Вот я вас сейчас. Мама, милая мама, что случилось? Сынок. Что ты здесь делаешь? Почему ты не сидишь дома? Я же просил тебя больше не делать этого. Ладно, не кричи попусту на бедную девочку. Она и так напугана. Как ты? Что это за кровь? Они попали тебе в голову? Мама, что случилось? Тебя опять кто-то обидел? Нет. Эмине. Эмине. Что случилось, сестренка? Ничего не случилось. Все хорошо. Скажи мне правду. Кто тебя обидел? Скажи мне. Куркут, не кричи. Куркут, ради бога, успокойся. Успокойся. Эмине. Пойдем домой, хорошо? Вставай. Возьми меня за руку. Я помогу тебе. Нет, уходи. Я не буду держать тебя за руку. Ладно. Прошу тебя, успокойся. Хорошо. Не надо меня держать. Только скажи, что с тобой случилось? Почему? За что? Зачем? Эмине, иди скажи мне на ушко. Не надо этого стесняться. Что с моей сестрой? Опять кто-то издевался? Ничего не случилось. Ничего страшного не случилось. Скажи, что произошло. Может, кто-то измывался над ней, надругался? Хватит, успокойся. Эмине. Хочешь, расскажу, что со мной когда-то случилось. За мной как-то погналась собака. Это была большая собака. Я так бежала от нее, так бежала. Убегая от нее, я от страха описалась. Я тогда не была маленькой девочкой. Я была уже взрослой девушкой. Правда? Да, правда. А теперь пойдем. Я возьму это.
Слушаю, дядя Хаке. Наши парни нашли этого подонка. Где он? Он ждет тебя на улице рядом с рынком. Смотри, не натвори глупостей. Хорошо, сынок? Хорошо, не волнуйся. Дай мне номер этих парней. Он внутри, брат. Брат, прости меня ради Бога. Я готов понести любое наказание. Рабом твоим буду. Ты этими руками измывался над сестрой? Этими руками, так? Этими руками! Перестань! Этими руками, а? Ты этими руками удерживал ее? Вставай, подлец! Какой же ты подонок, а? Какой же ты подонок! Какой же ты подонок! Мерзавец! Ты подлец! Брат, что ты делаешь? Ты же убьешь его. Его надо сдать в полицию. Какие у тебя красивые волосы. Шелковые. Если бы у меня тоже были такие же волосы, как у тебя. У тебя тоже красивые. Вот эти? Это же просто пучок соломы. Эмине, милая, что сегодня случилось? Почему ты там пряталась? Потому что... Потому что что? Я испугалась. Но сейчас с тобой все в порядке. Можно я посмотрю твою голову? Она еще болит? Милая моя. И ручкам твоим немало досталось. Может, воспользуемся кремом? Вдруг поможет? Но крема же нет. У тебя закончился крем? У меня его и не было. Хорошо, намажем моим кремом. Иди ко мне. Держи руки вот так. Начинаешь с тыльной стороны руки. Как хорошо пахнет. Нравится? Тогда возьми его себе. Я дарю тебе.
даришь? Да. Нельзя. Почему? Коркут рассердится. Нельзя брать чужие вещи. Эмине, он твой. Я же дарю его тебе. Коркут не будет тебя ругать. Ты мне нравишься. Ты тоже мне нравишься. Дядя, это ты пришел? Она что, твоя девушка? Ты выполнил домашнее задание? Скажи, дядя, она твоя девушка? По-моему, тебе надо подружиться с сестрой Джейлан. Да ну? А ты, значит, одобряешь? Да не в этом дело, дядя. Ты же сам знаешь. Знаю, знаю. Дядя? Что? А что такое любовь? Ты еще маленький, не поймешь. Тебе и не надо понимать. А то сердце будет болеть. По-моему, любовь — это прекрасно. Прямо как сахарное яблоко. Это верно. После того, как ты его съешь, в руках остаются только семечки. Я не это имел в виду, дядя. А что тогда? Ты всегда думаешь о ней. Скучаешь по ней. Настоящие парни влюбляются в самых красивых девушек, дарят им цветы, целуют их. А потом? А потом они женятся, но перед этим они должны подружиться. Сестра Джейлан красивая девушка. По-моему, тебе надо вскружить ей голову. Эй, ты что, уже так вырос, что вздумал учить меня, а? Ты учишь меня, как жить? Перестань, ну-ка, дядя. Поучи меня еще. Добрый вечер, господин Долга. Простите, что беспокоим вас. Уйдите отсюда. Вы разорвали отношения с госпожой Едой? Какое твое дело? Или вы полюбили другую девушку? Не снимай, не снимай. Кто та девушка, которую вы поцеловали? Видно, у вас хорошее настроение? Настроение есть, но любви нет. А что скажет на это госпожа Еда? Я же сказал тебе, чтобы ты не снимал. Как вам не стыдно, господин Долга? Что мне стыдиться, сволочь? Я сказал, не снимай. Господин Долга, что вы себе позволяете? Что вы, не слышите меня, мерзавцы? Не снимайте. Да идите вы. Следите за языком. До сих пор снимает, я же сказал. Уходи. Я пропаду без тебя. Я даже не знаю, как обращаться с сестрой. Ты нужна, Эмине. Ты же видела, как она испугалась сегодня. Ей очень нужна твоя помощь. Я понимаю, но... Никаких «но». Завтра все обсудим. Где ты, дочка? Почему ты не звонила нам? Мы с отцом за тебя переживаем. Дай мне сюда трубку. Дай. А, я поняла. Конечно. Если тебе нужна твоя помощь, то оставайся там сегодня.
Пусть едет домой. Дай мне сюда эту трубку. Да подожди, ты Тахсин. Что было делать бедной девочке? Как раз собралась уезжать, ей позвонила Эда. Хорошо, доченька, хорошо. Можешь остаться там на ночь. Правильно. Не надо посреди ночи ехать домой. Приедешь завтра утром. Ладно, целую вас обеих. До свидания, доченька. Эй, Асие, что я тебе говорю и что делаешь ты? Не трогай ее, Тахсин. Если дочь впадет в депрессию, ты сам будешь виноват. Разве она не в Анкару должна была уехать, а? Где она теперь? Почему не вернулась домой? Что ты прицепился к ней? Что в этом такого? Перед самым выездом ей Эда позвонила, сказала, что заболела. Позвала ее. Она же часто у них бывает. Ты давай тоже ложись. Отдохни немного. Давай, давай. О, Всевышний, дай мне терпение. Мы сейчас вдвоем. А где будешь спать ты? А почему тебя это беспокоит? Ничего не беспокоит, просто спросила. Мы уже ночевали с тобой одну ночь вместе. В ту ночь ты спала, обняв меня. Что еще нужно? Тогда у меня не было выхода. Послушай, разве не ты мне говорила, что могу держать тебя за руку, когда я сказал тебе, что я твой друг? Так ведь? И что? А если я сейчас попрошу? Вы посмотрите на него, а? Хорошо, что ты напомнил мне про ту ночь. Ты вынудил меня впервые поцеловать тебя. А я до сих пор доверяю тебе. Все, выходи. Перестань, Джейлан. Хоркут! Я сказала, выходи, я серьезно. Давай, выходи. Вон, вон отсюда, выходи. Мне некогда возиться с тобой. Спокойной ночи. Может, свежий воздух освежит тебе мозги? Опять он будет сниться мне всю ночь. Толга? Толга, где ты ходишь, сынок? Я же волнуюсь за тебя. И на звонки мои не отвечаешь. Толга? Хай болсам он лажда, ерим йогна.
неслося дюнята. Турбирбак илдызлара. Синин гиби не кадар узакларда. Дукунсам, сана яклашсам. Yalnızlığın arkadaşım, bunu sen seçtin, sen istedin. Yalnızlığın arkadaşım, bunu sen seçtin, sen istedin. Nasıl desem, ne yapsam bilemem. Tutamam ki ben seni, sen istemeden. Kaybolsam yine uzaklarda. Biliyorum yerim yok dünyada. Herkesin bildiği bir aşk hikayesi. Sonu farklı olmadı, aynı bizimkisi. Sen benden uzak, ben senden. Yerimiz yok bizim bu dünyada. Yerimiz yok bu dünyada. Доброе утро. Доброе утро, глупышка. Ты что, так и не ложился? Почему ты здесь сидишь? Я же ночью выгнала тебя отсюда. Там было холодно. Таким, как ты, холод нипочем. Почему? Я что, не человек, что ли? Прости меня. Я не это имела в виду. Ах, глупышка. Перестань. Ладно, ладно, не обижайся. Сейчас поеду переодеваться. Надеюсь, ты не оставишь мою сестру одну. Не оставлю. Не переживай. Джейлан? А что, Джейлан ушла? Я здесь. Не ушла. Доброе утро. Я не могу поверить. Ох, Толга, ох. Толга. Толга. Толга, Толга, проснись. Толга, Толга, проснись, говорю. Что случилось? Что это значит? Что это? Ты посмотри на этот позор. Толга Каранлы показал свое истинное лицо. Что в этом такого? Что может быть хуже этого? Позор! О, Аллах! Как мне избавиться от этого позора? Я столько сил и труда вложила, чтобы добиться всего этого, а ты в один день все перечеркнул. Мне все равно. Как тебе это все равно, Толга? Все равно, значит, все равно. Я не такой, как ты. А какая же я тогда? Вечно переживаешь за такие мелочи. Что в этом ужасного? Все целуются, все падают. Но ты не все. Ты Толга Каранлы. У меня тоже никто не спрашивал. Мне тяжело быть сыном такой матери. Что в этом тяжелого? О чем это тебя не спросили? Ты же сам захотел стать певцом. Кажется, мне нужна нормальная жизнь. Не хочу быть знаменитым. Вряд ли ты станешь нормальным человеком, пока ты носишься вокруг этой Эды. Мама, может, ты выйдешь? Дай мне еще поспать немного.
Послушай меня. Разве тебя не было вчера вечером с Толгой, когда он так опозорился? Нет, меня не было. Не смей оставлять его даже на минуту. Не позволяй ему больше попадать в такие истории, ты понял меня? Хорошо, можете не волноваться. Я не допущу этого. Ладно. Если что пойдет не так, сразу же позвони. Я хочу спать, мама. Ради бога, выйди отсюда. Хорошо, если так, я пойду. А, это ты, брат. Входи, входи. Чем занимаешься? Кажется, ты вчера выпил лишнего. И не спрашивай. Что нового? Нашел ухажера еды? Это дело не решить за одну ночь. А чем ты тогда занимаешься? Иди и следи за ней. Делай что-нибудь. Хорошо, и это попробую. Я дам тебе ее адрес. Но ни на минуту не спускай с нее глаз. Ладно, хорошо, за это можешь не волноваться. Я отправлю тебе ее адрес сообщением, а теперь дайте поспать. Спи, спи. В этом углу лежит мусор. Вон там лежит, там. Вон там еще. Эй, парень, послушай, паренек. Что случилось? Мне щекотно. Какая она красивая. Гунуль Каранлы. Знаю. Я знаю ее. Я люблю петь ее песни. Госпожа Гунуль. Мастер пришел. Вижу, Тахсин. Ради бога, не спрашивай меня ни о чем. Пусть делает все, что нужно. Он и так все делает. Я что хотел сказать? Хотел спросить проводителя Толги, где он с ним познакомился? А ты что, не в курсе этого? Он друг Джейлан. Кажется, из Германии приехал. Друг Джейлан, говорите? А когда он приехал? Тахсин, у меня и так нет настроения. Может, мне его биографию тебе рассказать? Я бы хотел поближе познакомиться с ним. Слушаюсь, господин. Как только он придет, отправлю его к вам. Ну что вы, госпожа Гунуль. Ох, голова раскалывается. Какой позор. На этот раз нам не выкрутиться, не выкрутиться. Алло. Чем занимаешься? Я начала забывать о тебе. А по-моему, ты всегда думаешь обо мне. Ты так уверен в этом? Ты дома? Нет, в пути, но скоро уже буду дома. Тогда поторопись. Что случилось? Приедешь, увидишь. Кстати, я прошу тебя дождаться меня в ресторане Бибиги. Это что за приглашение? Я так приглашаю. Что случилось? Что ты задумал? Приедешь, увидишь. Странный ты парень. Я никогда не встречала таких парней, как ты. Это хорошо. Значит, тебе повезло. Подожди, во сколько? Ладно, до встречи. Что это может быть?
Kapatmanlar, bana söylenmiş gibi çalan şarkılar, bitmeyen derin hasret ve geçmeyen zaman. En dibine ancak senin bildiğin o dipsiz kuyu, defol git şimdi rahat uyu. Ya biriktirdiğim onca yarınlık, ben yarımken yarınla bugün arasında nedir farklılık? Senden varan güller artık rayihasız, Venuslu çocuk sen arsız. Sensiz yerim yurdum yokmuş gibi ben diyarsız. Herkes bana bakıyormuş gibi ama her şey normal. Sorulan sorular en çok acı veren her yerden sual. Ben bir açı sense tok misal, sen olmadan ne işe yarar en güzel kumsal? Ne olur gitme kal. Bir tek özlemleri deviremedim şu ince bileklerimle. Geriye kalan her şeyi yıktım, fena yaptım, en güzeli unuttum. Defalarca tekrarladım kendimi her yeni gün için, ama her yeni bir eski diyarın. Baktım ki hep oradayım, aynı noktalardayım. Ortada kalmış ortalık kişiyim. Sen şimdi yoluna bak, ben adımlarını sayarım. Bütün bu olanlara dayanamam ama madem öyle hazırım. Ama galiba bütün bu olanlara dayanamam ama hazırım. Sen giderken adımlarını sayarım. Heyhat, ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım. Zaten kafken kasla. Ama galiba bütün bu olanlara dayanamam ama hazırım. Sen giderken adımlarını sayarım. Seni yanlış tanıdım sanırım. Asla sabuk afken. А дальше что было, сестра Джейлан? А что дальше? Дальше мы все выбросили. Я все равно горжусь тобой. Почему? Потому что угостила моего дядю Долмой с сахаром. Спасибо большое, Омут. Он заслужил это. Если он ел Долму с сахаром, то мы едим сахарную вату. Имене, ты что, хочешь купить свадебное платье? Тебе куплю. Купить мне? Но почему? На свадьбу наденешь. У тебя будет длинный шлейф, как у принцессы. С чего ты это взяла? Мы говорили с мамой. Решили отдать тебя замуж. И за кого вы хотите отдать меня? За моего дядю. Вы такие хорошие. Если мы и дальше будем так идти, то опоздаем на автобус. Поторопитесь. О, Эмине, как мы с тобой договаривались? Как договаривались? Что я все буду делать сама. А я уже сделала. Ладно, я сама накрою на стол. Хорошо. Расскажи, чем сегодня занимались? Мы ели сладкую вату. Правда? Эмине? Что? У тебя красивые волосы. Смотри еще. Смотри, смотри. Меня даже покрасили. Не покрасили, а накрасили. Да, накрасили. Вот, вот такой массаж сделали. Мне было щекотно, я долго смеялась. Всегда так смейся, хорошо? Родная ты моя. Джейлан очень красивая. Знаешь, всю еду приготовила она сама. Столько блюд приготовила.
Это значит, мы пропали. О, Всевышний! Почему это вы пропали? А если вся еда получилась как твоя долма? Дядя, ты как долму ел, так и эту еду будешь есть. А ты откуда про это знаешь? Откуда знаешь? Ладно, не голосите тут. Иди лучше сюда и помоги мне. Ты же обещала все приготовить сама. Но мне все равно нужна помощь. Эмине пусть сидит. Сегодня Эмине должна отдыхать. Ладно, я помогу тебе. Но я мало в этом смысле, конечно. Я все-таки на улице вырос. Зачем тебе готовить, дядя? У тебя же много денег. Сестра Джейлан, у дяди есть свой дом. Он очень большой. И машина у него тоже есть. Ребенок же. Говорит, что в голову придет. Значит, он мечтает, чтобы у тебя все это было. Тише. Про дом и машину не будем никому говорить, хорошо? Но почему? Стыдно. Но это некрасиво. Договорились? Хорошо. Госпожа Эда? Большое спасибо. Господин просил передать, что задержится. Хорошо, спасибо. Не стоит. Господин? Госпожа Эда ожидает вас. Хорошо. Как прикажете. Так, как идут дела, брат? Эда сейчас сидит в ресторане «Бебек». Я уверен, что она пошла туда на свидание с этим. Где находится этот ресторан? Ладно, я знаю это место. Сейчас поеду и устрою там скандал. А что там произойдет, прочтешь в завтрашних газетах. Куркут! Пойдем. У нас для тебя есть сюрприз. Что за сюрприз? Идем. Что происходит? Идем. Садись сюда. Давайте, показывайте уже быстрее. Эмине? Можешь зайти? Любишь, а тебя не любят. Ты идешь, а к тебе не идут. Бесконечные муки погубят, а шансов тебе не дадут. Может, скоро печаль одолеет, но тогда ничего не вернешь, а любовь на груди не пригреет, и выхода ты не найдешь. Возможно, и он тебя бросит. На сердце оставит рубец. Прощенья любовь не попросит, и ты не пойдешь под венец. Хватит!
Не надо петь. Прости меня. Прости меня. Что ты творишь? Что это такое? Ничего, она просто спела песню. Ты никогда не будешь человеком. Как мы договаривались? Откуда вы откопали эту песню? Это песня госпожи Гунуль. Именно сегодня в парикмахерской увидела фотографию госпожи Гунуль. Она ей очень понравилась. Оказывается, она с детства мечтала стать певицей. Поэтому я приготовила ей песню госпожи Гунуль и дала возможность ей спеть. Тоже мне. Ты не в своем уме. Ты боишься быть счастливым. Ты ждешь своего нового ухажера? Какое твое дело? Как это какое мое дело? Толга, мы расстались, и моя личная жизнь тебя не касается. Уйди по-хорошему, ради бога. Я никуда не уйду. Пусть этот мерзавец придет сюда. Хочу посмотреть на него. На что ты хочешь посмотреть? И что из этого? Что изменится? Только вчера ночью ты целовался у всех на виду с другой. Оставь меня в покое. Куда ты? Какое твое дело, а? Какое? Не дождешься возлюбленного? Какая же ты красивая, да? Хочешь соблазнить его или все-таки отдашь свою красоту на ночь мне? Ты мерзавец! Это ты? Что, испугалась? Очень испугалась. Знаешь, что сегодня было? У меня паршивое настроение. Где ты был? Там был. Где там? Я ушел, когда увидел, что вытворяет там Толга. Я не любитель таких представлений. Правильно сделал. Ему тоже от меня немало досталось. Если ты еще не разорвала с ним отношения, мы пока не можем встречаться. Нет, у нас ничего нет. Мы с ним расстались. А зачем он тогда пришел? Не знаю. Он как больной, преследует меня. Откуда он узнал, что ты там? Не знаю, Али, я сама не понимаю. Ты уверена? Конечно, уверена. Мне нужен только ты. Ты очень красивая. Платье мне очень понравилось. Большое спасибо.
Не торопись. Мне кажется, нам пока не надо с этим спешить. Странный ты человек. Ты поэтому влюбилась в меня? Слушаю. Ты не знаешь, где сейчас Толга? Столько времени прошло, а его до сих пор нет. Он еще не вернулся? Нет, я тут скоро с ума сойду. Трубку тоже не берет. Я же просила тебя не оставлять его. Хорошо, я найду его. Ты сможешь? Я даже не знаю, где он может быть. Не волнуйтесь, я привезу его. Прошу тебя, Коркут, найди и привези его домой. Твоя мама волнуется за тебя. И что теперь? Поехали домой. Как ты нашел меня? Ты же сам говорил. Когда говорил? Ты мне сам рассказывал. Где ты познакомился со своей девушкой Эдой? Почему мое сердце не слушается меня, брат? Потому что сердцу не прикажешь. Оно не подвластно нам. Нет. Я сейчас не в состоянии ничего понять. Любовь — это как огонь. Если ее много, то сгоришь. А дашь слабину — погибнешь. Кажется, я погибаю. Чего ты прицепился к этой девушке? Насильно же мил не будешь. Я не заставлял ее. Она обиделась, когда я захотел близости с ней. Если ты уже поговорил с ней, то поехали. Мы не смогли. Она ушла от меня. И что, теперь будем сидеть здесь до утра? Я виноват во всем. Мне надо было быть сдержаннее и тверже. В этом нет твоей вины. Все дело в твоей глупости. В моей глупости? Ты знаешь, что миром правит любовь? Так-то оно так. Тише. Это не так. Любовь лишает разума только тебя. Ну, поехали. Закончу пиво, поедем. Пиво ты закончил. Хватит. Поехали. Подожди. Ах, Толга, ах. Ну зачем ты так много выпил, не понимаю. Thank you.
Коркут Али. Спасибо, что привез моего сына живым и здоровым. Я правда в долгу перед тобой. Что бы я делала без тебя? Ты очень хороший человек. Твоей маме очень повезло. Джейлан? Где ты ходишь? Я же переживала. И на звонки мои не ответил. Ты сильно обидел меня, Коркут. Ты не должна переживать за таких, как я. Что ты опять несешь? Знаешь... Ты меня очень обидел. Ты очень жестокий. Но я тебя... Что? Чем ближе я узнаю тебя... По-моему, я... Уходи, Джейлан. Как бы я ни умолял тебя остаться, не слушай меня. Я... Таких, как я... Я не достоин такой девушки, как ты. Почему? Прошу, уходи. Я начал влюбляться в тебя. Знаешь, как тут переживают за тебя Умут и Эмине? Эмине плачет целый день, думая, что она обидела тебя. И кажется, что ты больше не вернешься. Мы не знали, что дома нам нельзя петь, господин Коркут. Уж простите нас. Собирай вещи, ты уходишь. Опять начинаешь беситься? Ты же сама хотела уйти. Нет. Ты влюбилась в меня? Размечтался. Тогда почему ты хочешь остаться? Ради Эмине и Умуда. Я нужна им. Хочешь ты этого или нет, я остаюсь, Коркут. Что ты тут делаешь? Не видишь? Лежу. Коркут, я вижу, что ты лежишь. Но выгнать меня ты не сможешь.
Эмине, у тебя очень красивое платье. Умут, пойдем выпьем. Мы собрались ехать с сестрой Джейлан. Зачем она вам нужна? Я же все равно еду в ту сторону. Ты что, уволился с работы? Ты езжай на работу. Не уволился. Но я должен уделить время сестре и племяннику. Нам ведь больше не нужна Джейлан. Эмине, пусть она уходит. Нет, пусть остается. Я очень сильно люблю ее. У нас еще много незаконченных дел, правда же? Да, не уходи, сестра Джейлан. Ты же обещала нам. Я буду здесь, милый Омут. Я никуда не уйду. Если обещала, значит, сдержу свое слово. Чтобы вечером тебя здесь не было. Эмине, одевай Умуда. Куркут, давай поговорим. Нам не о чем разговаривать. Зачем ты так поступаешь? То, что ты сказал вчера вечером, все наоборот. Это ты влюблен в меня, это так? Твое сердце бьется сильнее, когда ты видишь меня. Я знаю. Я такое тоже пережила. Если каждый раз, когда ты видишь меня, тебе больно, то я уйду. Тебя для меня нет. Ты добился своего. А вы когда-нибудь работали в этой сфере? Я работала менеджером на фирме. Значит, вы работали помощником. Можно и так сказать. Толга уже давно работает с менеджером. Работы, сразу скажу, немало. Точнее, он работал только с одним менеджером. Он сейчас не в лучшем состоянии. Знаю, я читала в газетах. Толга, у нас гости. Хорошо. Добро пожаловать. Оденься, пожалуйста. Госпожа Гизем пришла поговорить о должности помощника. Мама, ради бога, оставьте меня в покое. Я хожу, в чем хочу, в своем доме. Здравствуйте, господин Толга. Я... Веришь, мне все равно. Толга. Разговор закончен. Ты свободна. Сынок, ради бога, что ты творишь? Дай мне поспать немного, мама. Толга! Толга, мне что-то... Мама? Госпожа Гуной. У тебя что-то болит? Госпожа Гуной. Мама, ради бога, госпожа, открой глаза. Тетя Асье, вызывайте скорую, быстрее. Хорошо. Мама, мама, открой глаза, скажи что-нибудь. Мамочка. Мама. Что случилось? Кто заболел? Госпожа Гуной заболела. Заходите. Вот сюда. Как ты, мамочка? Принести тебе воды. Вы в порядке? В порядке. Ничего страшного. Проходите, больная здесь. Вот сюда. Идемте. Зачем вызвали скорую? Со мной все в порядке. Что ты говоришь, мама?
Наверное, просто у меня упало давление. Извините нас. Мы зря вас побеспокоили. Чего вы стоите? Обследуйте ее. Да, но надо осмотреть вас. Умут, милый. Здесь я написала свой номер. Если что-нибудь понадобится, звоните, хорошо? Хорошо. Не уходи. Мне надо идти. Ты же слышала, как на меня кричала мама. Пусть она не ругает тебя. Милая моя. Приходи к нам еще, хорошо? Конечно, приду. Ты только позвони. Я приду в школу к тебе со сладкой ватой. Не грустите, хорошо? У нее просто упало давление. Поэтому она потеряла сознание? Я прошу ее обследоваться, но она не слушает. Почему? Это все из-за меня. Это я ее довел. Статьи в газете. То, что я пришел вчера пьяным в стельку. Это я расстроил ее. Если с мамой что-нибудь случится из-за меня, я никогда себя не прощу. Вообще-то, это из-за меня. А при чем здесь ты? Мне надо было смотреть за тобой лучше. Если бы я был на твоем месте, я бы носил маму на руках. И никакого богатства не надо. Толга? Хорошо, что ты пришла. Мне очень нужна твоя помощь. Как госпожа Гунуль? Мне мама сказала. Я как раз собиралась в Анкару. Как чувствует себя госпожа Гунуль? Ей лучше? Лучше. Давление понизилось. Она так сказала. Джейлан, я никуда не отпущу тебя. Мне будет тяжело без тебя. Я тоже тебя не брошу. Я не поеду в Анкару. Дочка, что ты себе позволяешь? Где ты была целых два дня? Я была дома у Эды, папа. Я вижу, ты стала совсем бесконтрольной. Что ты творишь? Ничего я не натворила. На меня смотри. Кем тебе приходится водитель Толги? Никем. Не обманывай меня. Госпожа Гынуль сказала, что он твой друг. Говори, дочка. Да, он мой друг. Знаешь, в Германии он здорово помог мне. А потом здесь он спас Толгу. Тогда почему сразу не сказала, а?
Не знаю, какое это имеет значение. Теперь ты будешь рассказывать мне все, Джейлан. Все. Хорошо, папа. Ладно, оставь это. Ты поедешь в Анкару. Перестань, папа. Я сказал, оставь. Папа, ты гонишь меня? Папа! Папа, ради бога, не делай этого. Я обещаю, что теперь я буду слушаться тебя во всем. Папа, прошу тебя, не отправляй меня в Анкару. Хорошо. Пусть будет по-твоему. Но если ты еще раз ослушаешься, я не прощу тебя, Джейлан. Куда мы едем? В одно тихое место. А где это тихое место? Там, где нас никто не найдет. Мне не терпится узнать. На этот раз нам никто с тобой не помешает. Ты уверен, что тут можно есть? Да, уверен. Мы будем здесь есть? У тебя раньше были такие парни, как я? Нет. И в чем же дело? Если бы знала, я бы по-другому оделась. Если хочешь, можем вернуться. Нет, нет. Меня просто удивило это место. Немного осталось, потерпи. Прошу вас. Это просто чудо. Я даже и не знаю, что сказать. Я никогда не видела Стамбул с этой стороны. Надо знать жизнь и с другой стороны. Удивительно. Когда я рядом с тобой, мне все кажется особенным. С тобой я становлюсь другой. Это только начало. Прошу прощения. Госпожа Гунуль, зачем вы встали? Если вам что-то нужно, я могу вам принести. Нет, мне ничего не нужно. Вам лучше? Кажется, я немного устала. Асия сказала, что ты вернулась. Я хотела поговорить с тобой. Конечно. Я испекла пирог для Толги. Если хотите, я могу угостить вас. Нет, я не буду. Чего мне стоило уговорить твоего отца оставить тебя здесь? Чего я только не говорила ему. Знаю. Спасибо большое. Хочу, чтобы ты знала свое место. Я и так настрадалась из-за этой Эды. Еще одной такой я не потерплю. Держись подальше от Толги. Перестань попусту мечтать о нем. Я и не мечтала о нем. Если ты собираешься жить здесь, обманывать меня не нужно. Надеюсь, мы договорились. Пирог я отнесу ему сама. Но Толга любит морковный.
Кто ты? Я знаю только твое имя и больше ничего. Я думал, что ты не такая, как все девушки. Ладно, ладно. Я не буду спрашивать. Все, забудь. Выдержишь? Конечно. Именно эта твоя черта мне по душе. Какая черта? Ты не притворяешься. Как бы тебе сказать? Мне нравится, что ты остановил свой выбор на мне, и мне это очень приятно. Я очень рада. Понятно. Я знаю, на какой девушке я должен остановить выбор. Ты хороший человек. Именно это и покорило меня. Не бывает хороших людей. Ты особенный. За твоим грозным видом прячется очень романтичный и нежный человек. У меня был парень-футболист. Мы встречались с ним где-то меньше недели. Я не хочу знать об этом. Али! Прости меня. Я просто хотела, чтобы ты все знал обо мне. Не надо мне больше никогда рассказывать о своих бывших парнях, понятно? Ладно. Прости меня. Сестра, что ты делаешь? Эже, не говори ничего. Ну, это же и моя комната, тебе понятно? И без моего согласия ты ничего не можешь здесь менять. Правда? Смотри, еще как поменяю. Сестра, это же мой любимый плакат. Зачем ты так делаешь? Потому что так и должно быть. Ты что, опять поссорилась с Толгой? Ты же должна была уехать в Анкару. Зачем ты вернулась? Какая же ты болтушка. Слушаю. Сестра Джейлан, дядя еще не пришел. Умут, это ты, малыш? Это я, сестра Джейлан. Я переживаю, что дядя до сих пор не вернулся. Ладно, не волнуйтесь, я позвоню ему. Хорошо. Ты смотри за мамой, хорошо? Хорошо. Давай, до встречи. Кто такой Умут? Это твой новый парень? Эже, можешь выйти отсюда? Почему? Это и моя комната тоже. Эже! Ладно, ладно, ухожу. Все было чудесно. Спасибо большое. Не за что. Спокойной ночи. Не хочешь выпить кофе? А вино есть? Идем. Ну, отвечай же. Характер мне показывает. Я тебе покажу. Скажи спасибо, что у тебя есть Умут и Эмине. У тебя телефон звонит? Слышу. Кто такая глупышка? Есть одна глупышка. Очень упрямая твоя глупышка. Знаю. Меня же нет для тебя. Тебя нет. Я звоню ради Умуды и Эмине. Они волнуются за тебя. Где ты? Езжай домой, либо позвони и предупреди их. Что ты за человек такой? Если скажешь, что любишь меня, я перестану.
Что? Давай перестанем вести эту никчемную игру. А о какой игре ты говоришь? Тогда сделаем так. На раздумье я даю тебе 5 минут. Иначе будет поздно. Ты можешь остановить меня от путешествия, откуда не возвращаются. Откуда не возвращаются? Алло! Алло! Чего он добивается? За наше знакомство. За знакомство. Ты знаешь, вообще-то я не люблю парней. Все девушки такие. Правда? Не знала. Ты же говорил, что готов выпить яд с моих рук. Не знаю. Ты как думаешь? Я спрашиваю, куда мы идем? Отпусти мою руку. Куда мы идем? Идем к нашему счастью. Да иди ты. Если хочешь, возьми меня за руку. Ты же не слушаешь меня. Я слушаю тебя. Игра на этом закончена, мой дорогой. А что это за игра? Ты до сих пор говоришь по телефону? Уже нет. А, сама с собой говоришь, да? Ты что, с ума сходишь? Да, говорю сама с собой, потому что схожу с ума. Что случилось? Я могу тебе чем-то помочь? Что бы ты подумала, если бы тебе позвонил твой друг и сказал, что ты можешь остановить его от путешествия, откуда не возвращаются? Как понять его? Наверное, он хочет убить себя. Потому что в кино всегда так бывает. Перестань нести чушь. А что тогда может быть? Если бы я знала, то не спрашивала бы у тебя. Хватит, не то сейчас опьянеешь. Почему ты все время смотришь на телефон? Ты ждешь важного звонка? 5 минут прошло. Не поняла, какие 5 минут? Тебе меня не провести. Думаешь о чем-то другом?
Да, о другом. О чем? Иди ко мне. Sen istedin. Herkesin bildiği bir aşk hikayesi. Sonu farklı olmadı, aynı bizimkisi. Sen benden uzak, ben senden. Yerimiz yok bizim bu dünyada. Yerimiz yok bu dünyada. Yalnızlığım arkadaşım, bunu sen seçtin, sen istedin. Yalnızlığım arkadaşım, bunu sen seçtin, sen istedin.